Ребят, вас просили написать письмо кумиру, вашему личному герою. Мисс Майлз, не расскажете, кого выбрали вы? Антона Винсента. Диктатора. Вы нашли улики на компьютере, так? У них нет компьютера. А откуда ж вы знаете, что они предатели? Так вы нам сказали. Огонь! Мне нравится его стиль. Дорогая Татьяна, ваши письма пролили бальзам на мои душевные раны. Одна из групп повстанцев хочет меня обезглавить. Я никому не могу доверять. Как я тебя понимаю, мать крутится своим боссом-извращенцем, в школе заправляют девки, которые сами себя называют шлюховодами, а мой парень помешан на религии. Прости, не знаю, что на меня нашло. Кайся! Кайся, кайся, кайся! Кроме тебя никто меня не понимает. Коммунистический диктатор Антон Винсент был свергнут и бесследно исчез. Это ты. Ты моложе, чем я думал. А ты старше. Я хочу остаться здесь. Лады, но внешность придется сменить. Это точно мое. Только не злись, я все расскажу. Это вовсе не старый педофил, это диктатор. Он политический беженец, и мухи не обидит. Он страшный человек. Антон, нет! Это же наш историк, а ты его молоком пытаешь. Простите, ошибочка вышла. У тебя есть сила, но ты не умеешь ей управлять. Тебе легко говорить. Революционер не сдается, он атакует. Дождись момента и свергни шлюховодов решительным ударом. Торчащие стринги! Опиум для народа! Только смелый остается верен своим принципам, даже если от этого страдают близкие люди. Майкл Кейн, Кэти Холмс, Джейсон Бикс, Сет Грин. Вы хотите с поднятыми руками? Я тобой горжусь. За что? Ты революционер. Дорогой диктатор!